Так, Настя забрал вчера Куга G-Booster. До этого общался, когда с парнем, он сказал, что 2019 года он. Вот. Я спросил, когда будет ключа, который заводится. Он говорит, я таких как бы не видел. Я думаю, ну, не видел, так не видел. И вчера, когда ехали забирать, вот, он сказал, что получает новую партию. И как раз чётенько вот эта версия, которая с ключа заводится. Не заводится, а остается. Вот это вот чётенько. Так, убирайте, да, коробку ту маленькую? Сейчас я достану самокат, а ты вот эту большую коробку отодвинешь куда-то в сторону, хорошо? Сейчас. Опа. Коробку убирай. Вот эту большую. Вот так. Вот она, бандура. Тяжела? Да. Так. Что у нас в комплекте? Так, здесь идет зарядка, сейчас посмотрим. Ну, как стандартно, там еще звоночек идет, ключики. И отдельно в коробочке сидушка у нас. Ну, сидушку пока не планирую ставить. Сейчас соберем и дальше продолжим. Так, собрали. Ну, штатные, соответственно, все болты под замену, потому что материал даже слизывается родным в комплекте мультитулом. Говняный, который, кстати, тоже. Так, при проверке, как обычно, трет. Ну, я проверил диск сам целый, вернее ровный. Надо регулировать тормоза. Ну, тормоза со временем под замену буду гидравлику ставить. По поводу гидроизоляции. А, кстати, еще момент. Спросил, возможно ли открутить крышку, посмотреть по батарее. Сказал нет. Вот, спросил за гидроизоляцию, если сам сделаю, без каких-либо фанатизмов. Просто снял бы крышку, задул бы лаком, то есть глубоко бы не лез. Деку бы я не герметизировал полностью крышку, а поставил бы хотя бы там оконный уплотнитель вот здесь по краям. Хорошо бы просто загидролизировал, ну промазал бы силиконом вот места, где вставляются все провода входящие. Так, здесь у нас, ну, стандартно идет зарядка одна, ну и соответственно здесь заглушка, можно будет поставить потом второй слот, ну или слот, разъем под зарядку сделать. Это как качать шины. Ага. Так, пробуем. 53. С рулем пока еще не разбирался. С компьютером тоже. То есть по настройке все буду потом регулировать. А так, я вообще доволен, как слон. После конечного сяоката это огонь-пушка. Поэтому скоро. А, еще сразу закажу у ребят. Там в Телеграме есть канал по бустерам. Закажу сразу крыло с ручкой, чтобы удобно было и ногу ставить. Поэтому следующее видео сниму, когда приедет крыло.